Всем привет, друзья мои! Заключительный наш завтрак. Идем покушать и в дорогу. Хотим погулять в Анталии. У нас сейчас... Смотрите, погода замечательная. Столько отдыхает. Я тоже переотдыхала. Все занято. Тут уже все забронировано. Тут надо с утра в 8 утра прийти, чтобы все было, как говорится, твое. Ашкин, бурада давар барбекю. Мы не знаем, что выбрать. И тут есть, и там есть. Сколько всего есть. Наш любимый ресторан, где мы время проводим часто. Ашким сорок каве далязем ичмей. Там очень вкусная каве. Она бентадыра бахмадыма. А я не попробовала. Эти вафли, друзья мои. Видите, что-то они там пекут. Вкусняшки какие-то. Кукуруза. Вы видите? Вот. Детская зона. Вот показываю вам такой отель. Что я могу сказать? Очень хороший отель. Чистота. Каждый день чистят. Вот я сначала испугалась этой маленькой комнаты, а потом мне очень все понравилось. Очень. Семь этих зданий, домов таких. И везде есть еда. Самое главное, питье и еда. Напитки, может, какие-то они не такие, но... И черри. Но... Замечательное все. Изобилие, видите, сейчас мы что-нибудь выберем с мужем. Вот это вот каши-маши, на это, наверное, никто не смотрит. А мне нравится ачму очень. Я как люблю ачму. Вот так, посмотрим, что здесь. Булочки такие тепленькие. А мне нравится бура. О, что мы стерем. Сиджак. Ашка, буй, а истерся? Biraz alırım tamam ama fazla alma. Ben küçük param var. Каша здесь тоже яйца. Короче, мы пошли. Менемен, ну, кушать пошли. Сколько много здесь детей маленьких, смотрите. Семейный отель очень подходит для детей. Знаете почему? Ань, ты не думаешь, что готовить им, чем кормить. Поэтому приезжайте сюда, советую вам. До свидания, Гранд Парк Лара. Смотрите, как соревнования какие-то проходят. И до скорой встречи, но уже, наверное, в Конкорде мы успеем. Такой толстяк лежит. Еле-еле передвигается. Очень было все вкусно, очень было классно, чисто, солнечно, дружелюбно. Я поняла, что нужно срочно учить английский. Срочно. Потому что жизнь... Трудно. А мой Ашкем знает английский. This is a table. Посмотрите, какая красивая у меня бизнес-партнер из Анталии, Маечка. Damn, you're so fine. Друзья мои, у нас сегодня такое приключение получилось, произошло. Просто можно обалдеть. Мы сегодня встретились с моим партнером, бизнес-партнером из Анталии, Маечкой. Она приехала со мной познакомиться именно в реальном мире. И приехала к нам в гостиницу, мы ждали ее.
и она предложила нам свою помощь подвести нас до автовокзала, за что я ей очень благодарна. И что вы думаете? Мы на полпути, мой муж похватился, что у него нет телефона, и нам пришлось вернуться назад. Потом мы поехали на автовокзал. Вот такие бывают чудеса, и я благодарна Богу за то, что именно сегодня она пришла к нам. Хотя мы договаривались вчера, но не получилась у нас встреча. И сегодня состоялось наше знакомство в реальной жизни. Сегодня мы познакомились друг с другом поближе. Сегодня произошло такое, такая помощь от нее, это как от Бога. За что я очень благодарна, она нас везла на вокзал. Естественно, у нас вечером автобус, и мы... Сейчас есть уже автобус, но они приезжают ночью. Нас это не устраивает 2-3 часа ночи, где мы будем мотаться по Мерсину, да? Поэтому, мои дорогие, мы ждем вечернего, ночного автобуса, а мы эти время погуляем. А сейчас подождем, что нам принесут, покажу вам. Еще хотим погулять, смотрите, как здесь, сейчас вам покажу. Тут написано два больших лохмаджин Кока-Кола. Так, вот это принесли чорбу моему мужу, мерджимик. Лизетли, мычок, эльгин чор. Экмек сейчас. Кашик, нет? Кашик. А, там. И вот сейчас ждем тоже основную нам еду. С нетерпением ждем. И потом будем гулять, когда сытый человек, тогда у него есть желание гулять, правильно же? Вот что нам принесли, смотрите, какая красота. Нешкин? А? Не? Безеверды? Короче, вот такую нам принесли огромную тарелку. Ашкем, чё буюк? Табак, как ее рубят, букадар едем бы. Мечтайте, друзья, и вы добьетесь всего. Все у вас будет в жизни. Главное, делайте правильные вещи, живите правильно. И главное правило, которое я соблюдаю. Если ты можешь обмануть человека, то Бога ты и Вселенную не обманешь. Она все следит и по башке тебе стукнет. Вот, поэтому, мои дорогие друзья, давайте жить дружно. Я жду вас в моей команде. Да, в моей команде жду. В команде моих богатых миллионеров, инвесторов. Приходите ко мне в бизнес. Будем богатеть вместе. Я вас научу, как заработать деньги. Что это такое красивое? Trilyonlar verdiler de vermezler. Боже, как здесь красиво, такие улицы русские. Боже, мы выходим к морю. Mermerli restoran. Ne demek? Daha görün. Sürü görüyor musun? Orijinal sürü. Видите, куда мы пришли? Какой красивый парк здесь. Посмотрим, что там дальше. Я рассказала мужу, что мы пришли не туда. Dedim sana yanlış geldik. Gördün mü? Какой красивый вид отсюда. Посмотрите, какая здесь красота. Посмотрите.
куда мы идем с мужем? Вот это красотища. Марк, Анталия пришли сюда. Я купила ткани. Сейчас похвастаюсь вам. Как они умеют продавать. Вот таких надо мне. И вот купила, смотрите, видите? Такой салатового и этот. Буду... И, знаете, какая ткань? Кетен? Леон. Вот. Пошью себе на следующий год. Штаны. Метр стоит 150 чем-то. 150, что ли? Почему бы не взять, да? Мы все посмотрели. Везде обходили. Смотрите. Я зашла в Манго, купила себе такую хорошую маечку. Топик такой, вернее, она под юбки белые, под все подойдет. Я такая довольная. Я все хочу купить. Знаете, какую юбку? Леопардовую. 1800. Ну, что-то так жалко давать. Знаете почему? Не в цене дело, не в покупке. У меня столько шмоток, что куда я буду их таскать? Куда я буду одевать? Еще не одеты даже многие, что у меня есть. Увидела Манго еще платье за 1200. Мне так понравилось, а мой муж говорит, не надо. Но оно мне так хочется его купить. Не знаю, что делать. Как вы думаете? Купить его за 1200? Оно такое спортивного стиля. И я знаю, что я буду носить 100 лет. И пойду сейчас и куплю. Наверное. А может нет. Оно подойдет и под колготки, под пиджаки, под мои сапожки. Хорошо будет смотреться черные и тому подобное. В общем, не знаю, подумаю. Вот спрашивали все, где работал мой муж. Вот, смотрите, Паша Бахча. Вы видите, Паша Бахча. Какая красивая посуда. Вы видите, что производит этот бренд. Но мой муж, конечно, не это выпускал, стаканы там они занимались. Ну, очень красиво, очень. Глаза разбегаются. Ну, осталось час-два часа у нас до нашего отъезда. Наверное, скоро мы пойдем сейчас поедем домой. Как нам, Сашка, вам нравится на метро трамваей поехать? Мы уже приехали на Отогар. О, аферин. Знаете, хочу научить, что вот эту надо переходить. Очень опасно. Вот. Сейчас сядем на автобус и мерси. До скорой встречи, мои дорогие. Ставьте лайки, пишите комментарии. И подписывайтесь на мой канал, вас ждет очень интересное.